Всем привет, с вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Сегодня я, значит, вас научу, как правильно снимать видео на смартфон. Для этого понадобится телевизор, снимайте его со стены, или где он у вас там стоит, и, значит, переворачивайте вертикально. Чем тяжелее телевизор, и чем больше у него диагональ, тем лучше. И включайте его и смотрите ваше любимое видео, ваш любимый телевизионный канал или вашего любимого видеоблогера. Смотреть надо вдумчиво, внимательно, пока не придет осознание того, что вот так вот вертикально смотреть телевизор неудобно. Это может произойти через 5 секунд, через 20, у кого-то, возможно, через час это произойдет. Когда придет осознание того, что все-таки некомфортно смотреть так вот, в таком ракурсе, можно сказать, телевизор, вы его переворачиваете. Так вот. Таким вот образом. И уже смотреть его, значит, довольно-таки комфортно. Как говорится, даже приятно глазу смотреть. Голову никуда поворачивать не приходится. После всех этих процедур вы уже никогда не будете вот снимать вот видео таким вот образом. Вы всегда его будете переворачивать. Вот таким вот образом будете держать. Прежде чем начать что-то снимать, будете вспоминать телевизор, как его некомфортно смотреть в вертикальном положении. И это у вас навсегда отложится в вашем мозге. И все, как говорится, урок окончен. Желаю всем, чтобы снимали видео правильно. С вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И дальше будет интересней.